2020 года. На повестке дня заседания комиссии по формированию сводной заявки на поставку выжженного нефтяного газа, само формирование заявки на март 2020 года. Размер доли жиженного нефтяного газа, необходимого для поставки в соответствующий регион через электронные торговые площадки, составляет 20% объема газа по плану поставки. Общая заявка по трем газосетевым организациям области на март составляет 4595 тонн. КО база жиженного газа 1695, КО промбаза 7500, КО КСК Плесопа 1400 тонн. Управлением энергетики ЖКХ был произведен расчет согласно механизму определения объема выжженного нефтяного газа для газосетевых организаций в соответствии с приложением 4 правил по форме, разработанной ранее Министерством энергетики. С учетом 20% через электронные товарные площадки 919 тонн из 4595 заявленных. Согласно расчету по механизму определения, сводная заявка на март 2020 года в области в объеме 3676 тонн выглядит следующим образом. ТО база жиженного газа 1603 тонн, ТО промбаза 7103 тонн, ТО КСК Плесопа 970 тонн. Расчеты у вас есть, изучались. Прошу проголосовать за утверждение своей заявки. Заявка на март утверждена. Спасибо.